Сегодня приготовим традиционное тайское блюдо пад тай, что в переводе означает «жареный таец». Какие же ингредиенты нужно для этого блюда? Как уже вы поняли, мы будем его готовить сегодня в домашних условиях. На самом деле пад тай готовится либо из курицы, либо из креветок. Я выбрала другой вариант. Я его буду готовить из курицы и креветок. Итак, что нам нужно? Мы берем традиционную рисовую лапшу. Вот, примерно 200-250 грамм. Само собой разумеется, курочку филе грамм 150, креветки также примерно грамм 100-150. Берем сыр тофу, он является распространенным, да, таким ингредиентом в кулинарии. Уже готовую замороженную стручковую фасоль, вот уже так удобно, видите, нарезанная она тоже наискось. Тамариновую пасту обязательно. Вот, она также используется для супа том-ям. Я его раньше готовила, вам уже показывала, рассказывала. Покупаем любой соевый соус классический. Я вот беру сенсой, нам он нравится больше всего. Также следующий ингредиент – это рыбный соус. На вкус, скажу вам, очень-очень невкусный, но в блюдах запах и вкус с ним просто божественный. Также берем поджаренный арахис, либо сами поджариваем, да, либо уже покупаем готовый поджаренный арахис, измельчаем его в ступке и в конце нашего блюда посыпаем, да, его сверху на блюдо. Это я вам покажу позже. Также нам нужен один перчик чили. Болгарский перчик, можно взять зеленый, желтый, это уже на ваше усмотрение. Зеленый лук, перышки, также его порезать наискось. Чесночок и лук. Ну что, будем начинать готовить наш пад тай. Процесс приготовления покажу вам позже. Поехали! Поехали!